Идем на улице, смотрим. Вот я уже на улице вышел. Сейчас посмотрим результат. Да, я вам говорил, вспомните, минус 10 и есть. Увидели, допустим, все. Вот такая погода. Это у нас пока сегодня самое холоднее. Вот такая погода у нас сегодня. Сейчас я, наверное, пару кружочков буду делать пробежку. В общем, я сегодня решил это сделать. И, в общем, будем делать. Ожидайте. Вот у меня ведра, вот видите, вода замерзла. Лед образовался, видите. Буквально вчера вечером набрал ведра воды, поставил вот, ну, в пристройку, она охлаждилась. Вот, лед образовался, увидели, да? Сейчас будем делать пробежку. Ожидайте. Ну вот я уже с голым торсом, чтобы вы все видели. Вот и так. Идем делать пробежку. Буквально пару кружков можно и пробежать, конечно, чтобы немножко разогреться. Ну все, давайте, побежали. Я снова с камерой, как вы знаете. Чувствую, что я разогретый. Сейчас будем делать обливание. Немного пальчики у меня замерзли. В общем, я уже все пробежался.
Все, я уже пробежался. Нормально. Вот такая пробежечка. Сейчас немного поприседаем, поотжимаемся. Сейчас поджимаемся чуть-чуть. Достаточно. Теперь поприседаем. Достаточно. Все, я разогрелся чуть-чуть. В общем, я вам вчера сам говорил, что завтра у нас минус 10. И типа я завтра постараюсь свое видео сделать. И обливание тоже. Сейчас утро. Где-то почти 7 часов утра. Солнышко, он уже сходит. В общем-то, такая погода. Сейчас я вам покажу. Далеко она не возьмет, извините. Вон, видите, солнышко. Вороны вон летают. Каркают. Увидели, да? В общем, друзья, когда я делал пробежку, мне, конечно, неудобно чуть-чуть было камеру держать, потому что у меня камера с телефона. В общем, то так получится. Постараюсь что-то заказать, и буду снимать тоже свои видео и вылаживать на YouTube. В общем, сейчас мы будем обливаться. В общем, давайте, смотрите. Вот я ведра уже вынес. В общем, я вам говорил, на улице минус 10 и показывал вам на градуснику. Вода холодная.
общем, давайте, поехали. Было классно. Было хорошо. В общем, вот так мы уже облились. Было хорошо. А ты чё встал? Не спится? Вот так мы позакалялись. В общем, давайте я с вами прощаюсь. Всем удачи, до новых встреч. Давайте, всем пока.